Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и добро пожаловать в открытие кейсов. Как бы это странно ни звучало, но это открытие кейсов. Я, кстати, нашел интересный сервер, ссылочка на него в описании, он называется Century Mine, и я зашел сюда только ради того, чтобы открыть кейсы, потому что, ну, я никогда не открывал кейсы в CSGO, и, если честно, мне кажется, это какая-то большая трата времени, и поэтому мне просто-напросто захотелось проэкспериментировать и сделать это в Майнкрафте. Если честно, я даже тут несколько подписчиков своих встретил, когда днем тут играл. Ну, сейчас тут никого нету, потому что я играю ночью, да, как всегда, в принципе, я ночью играю. Но я даже встретил тут несколько подписчиков днем, и они орали в чат, потому что вроде поняли, что это я. Тут, кстати, голосовой чат есть. Видите, вот там, вот тут. А, нет, хотя бы вы не видите, потому что камера вам, наверное, перекрывает вот этот весь вид. Вот, вот тут, если я нажимаю на вот этот, можно посмотреть, модуль микрофона отключен, включен. То есть можно включать и выключать, ну, как в скайпе, короче, вы можете тут разговаривать с другими людьми. Я, кстати, сейчас еще немного тут звуки прибавлю, и сейчас мы будем открывать кейсы. Я, честно, никогда не открывал кейсы, хотя в квестке я вроде пару раз открывал, но это было давно, и, если честно, я больше открывать не хочу. А сейчас мы попробуем. У меня есть 7 кейсов. Коробка, ну тут давайте не будем называть это кейс, потому что это все-таки Майнкрафт. Коробка, первая коробка, коробка чародея. А, знаете, как в квестке, да? Хорошенькие вещи розовые. Потом тут есть еще более лучшие вещи, такие уже более какие-то фиолетовые или там темно-розовые. И крутые вещи красные. Тут в другой коробке беспроигрышная удача. Тут все синие шмоточки. И последняя коробочка, это коробка удачи номер 3. Синие, розовые и красные. Ну, в принципе, мне кажется, будем начинать. И давайте начнем, как у меня вот тут прямо лежит. Как у меня тут лежит, это первый кейс, коробка чародея. Или все же силовой брони. Давайте все-таки сначала начнем с синих, потому что сначала хочется открыть все синие, потом уже начать. Вот, а потом, наверное, ну, вот так, да, вот так по порядку. Ну, все же, я не знаю, как это открывать. Я не знаю, как это открывать, но мне почему-то кажется, что их нужно ставить на землю. И после того, как ты их поставил на землю, их, наверное, нужно сломать. А, нет. Нет, я нажал, я все вроде... Так, о, что нам выпало? Решив. Так, ага, вот добавилось. Так, а давайте посмотрим, что нам выпало по ноже силовой брони. Это где? Это вот, смотрите, номер 13. Ладно, давайте сразу оденем. Если можно, можно. Давайте дальше. А это нужно ждать, что... А, нет, да, чуть-чуть нужно ждать. То ли зависает, то ли я не знаю, то ли у меня просто глючит. Advanced Diamond Drill. Ну, посмотрим, это где. Advanced Diamond Grill. Это номер 4. Ладно, давайте посмотрим на нее. Вообще, крутотень. В принципе, алмазная. Нифига себе алмазная. Дальше. Это нужно... Да, это просто на воздух вроде нужно нажимать, а не на блок какой-то. Ага, я понял. Так, это что? Яйцо грибной коровы, это номер 2. Ну, это такая фиготня. Это, в принципе, не очень так нужно. Да, на воздух нужно нажимать, а то я сначала нажимал на пол и думал, что... Да идите вы в жопу с этими яйцами. Жопу с яйцами, да, я сказанул просто. Дайте нам хотя бы маяк какой. Ух ты, перчаточки. Силовой кулак. Это номер... Силовой кулак, это номер 15. Ух ты, мне даже хочется посмотреть, как он будет работать. Он прям выглядит... Ух, нифига себе, ребят, смотрите, как мы будто какие-то роботы, нафиг. Возвращение терминатора, а куда я бегу, нафиг? Мне вообще не в эту сторону нужно, а вот сюда нужно бежать. Какой-то даже терминатор. Мне интересно, что он делает и как вообще это все работает. А тут, кстати, тратится голод. Но, в принципе, логично, что он тут тратится. Это что, ничего. Но мне, наверное, нужно выбежать со спауна, чтобы не было запривачено территории, чтобы я смог спокойно его использовать. Но тут, как я вижу, все запривачено. Ну, запривачено? Да, вроде. А фиг его знает. Ладно, открываем следующий. Следующий. И, в принципе, вот у нас уже первая коробочка кончается.
Ух ты, маячок, это номер, ну это на самом начале. Все выброшенные вещи, ага. Ну и дальше. Последняя коробка первая. Первая коробка. Ух, нифига себе. Давайте, знаете что? Раз нам написали, что все вещи будут точнее, удалены, да, то давайте мы вот это все не оденем, а даже можно выкинуть. Это можно выкинуть, знаете для чего? Чтобы потом. Это, походу, у меня глючит, как я понимаю. А, я не могу это выкидывать вот тут. Ага, я понял. Ну ладно, то есть. Знаете что? Это мы все сюда поставим. В конце этого видео подведем итоги, что нам все-таки выпало. Давайте следующий. Это коробка чародея. Тут уже идут вещички получше. Так что открываем. Давай. Какой-то, не знаю, ножичек статтрековский, да? Да, вряд ли. Ну, ботиночки нам выпали. Одеваем их. Заменяем броньку свою старую на какую-то новую. Дальше. Давай, я не знаю, там, шлем или какую-то новую броньку. Прям как знал. Шлем, не успел сказать, как нам шлем выпал. Давайте дальше. Кейс, давай, какой-то кейс. В смысле, мы с кейса какую-то бронечку. Ух, ну ладно, все. Я пошутил, хватит. Больше нам не нужно шлемов. Одного шлема нам хватило. Нифига себе, тут даже еще зачарено на такую. Прочность на максимум, защита, огнеупорность, взрывоустойчивость, защита от снаряда. Все на максимум, это просто офигеть. Дальше. Нагрудник или по ножу у нас уже есть какие-то с другого комплекта. Нагрудник. Ладно. Пока что нам не очень везет, потому что нам выпадает только алмазная броника. А я бы хотел, чтобы выпало, чтобы что-то нормально. Эти шлемы с нас издеваются просто-напросто. У меня есть по 7 кейсов. Я не смог себе приобрести там миллион кейсов. Не кейсов, а вот этих... коробок, да, вот этих разных чародея и других. Да снимись ты, вот так. И да, нам выпал нагрудник алмазный. И у нас еще осталась последняя коробочка. Я думаю, если по ножу выпадут, это прям повезет, потому что это будет фулл комплект. Ну ладно, не выпали. И вот сейчас самое сладкое. Мне кажется, это самый лучший. Золотое яблоко, железный блок, улучшенный корпус механизма, митрил... Какая-то кирка, Corrupted Stone, ну давай, о, Solar Panel, ну ладно, давайте, опа, понеслось, что нам выпадет? 4 железных блока, неплохо, давайте дальше, что-то хорошенькое, давай, золотое яблоко еще и улучшенное, ну ладно, сойдет. Но сейчас я жду что-то нормальное. Может там солнечную батарею или там... Пожалуйста, все. Я люблю, конечно, яблоки, но хватит. Все, два яблока это просто обеса. Можно и больше... О, да, вот это круто. 20 solar panel, это круто. Это... Но, к сожалению, нам, если честно, еще не выпало ни одна красненькая вещь. Конечно, к сожалению, но... Все же... Не так-то это и просто. В принципе, не так-то... Это что? Улучшенный корпус механизма. Это на самом... Да. Это обычное, но ладно. То есть, как в КС-ке, тут не может каждый день выпадать какая-то офигенная. Гриф на старинном игрокам. Так, ладно. Ну, и дальше. Опа. Последний, пожалуйста, что-то крутое. Как-то много вот этих корпусов механизма, которые нам, если честно, нафиг не нужны. А, дайте, вот смотрите, что у нас выпало. У нас куча броньки выпала, у нас вот это выпало, у нас выпало меч никакой. Не... Вот я хочу руку вот эту проверить. Где наша рука? А я что, выкинул руку случайно? Да нет. Хотя... Мне пишут, что это запрещено, но почему-то я их выкидываю, и с моего инвентаря это пропадает. Значит, я, наверное, случайно и руку, вашу мать, выкинул. Ну ладно, выкинул так выкинул, ничего страшного. Но все же вы видели, что она нам выпала. Или я просто-напросто слепой и не вижу ее в нашем инвентаре. Это тоже часто происходит. Но, к сожалению, нет. Так, тут на спаун можно вернуться? Да, можно. Не двигаемся, а не руж. Стоять, руки вверх. Да, вот. И, в принципе, все, ребята, на этом мы будем заканчивать это открытие коробок удачи, можно сказать, кейсов по нормальному человеческому языку, как, в принципе, КСРы, да, говорят. Ну, это сервер, ребята, в принципе, мне даже
администрация этого сервера предоставила ссылочку. То есть, если вы зайдете на этот сервер через эту ссылочку и зарегистрируете себе аккаунт, то как бонус с меня, то что вы зашли через мою ссылочку, то как бонус вам на начале дастся 3 таких кейса коробок удачи, называйте как хотите, в подарок. То есть вы регистрируете аккаунт, заходите на сервер, и у вас уже бонус 3 вот эти коробки, коробка там, я не знаю, чародея или удачи или чего-то еще другого. То есть вы новичок на сервере, заходите, пум, 3 коробочки, пытаетесь что-то открыть, и может вам выпадет не так, как мне там бронька или там еще что-то, а может вам выпадет даже что-то в разы лучше, может вам там красная шмоточка выпадет, и вы только зашли на сервер, и у вас уже пум, фигакс, самые лучшие шмотки, и в принципе вы уже сможете намного так больше разрулиться. Поэтому ссылочка на регистрацию вашего игрового аккаунта на этом сервере с бонусом, еще раз скажу, 3 коробки удачи вам дастся, или какие-то другие, я не уточнял. Поэтому заходите, регистрируйтесь, открывайте кейсы. Ребята, на этом мы будем заканчивать, ставьте лайки за видео, оставляйте свои комментарии, я также буду этому очень рад, комментарии для меня очень сильно важны, я прочитаю каждый из них и постараюсь ответить тоже на каждый из них, так же как и лайки. Когда я вижу много лайков, у меня появляется дополнительная мотивация. Я хочу больше и больше и больше делать видео. В принципе, как обычно. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых персов. Все, что от вас требуется, это просто-напросто подписаться. Я этому тоже буду очень рад. Жду новых членов нашей большущей семьи. И также, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.